Двигатели первых второй ступени работают устойчиво. Принято, на борту порядок, самочувствие хорошее. Принято. 60 секунд. Ангаж, рыскание, вращение в норме. Есть сброс до УСАС. Есть выключение двигателей боковых блоков. Есть отделение боковых блоков. Есть отделение первой ступени. 160 секунд. Принято, есть управляемый спуск. Принято, подтверждаем, есть сброс головного обтекателя. Есть запуск двигателя третьей ступени. Есть выключение двигателя второй ступени. Есть отделение второй ступени. Есть отделение второй ступени. Принято, прошла легкая база, было 17-10 секунд, на борту порядок, самочувствие хорошее. Принято. Есть выключение двигателя третьей ступени. Есть ДК-3. Есть отделение транспортного пилотируемого корабля «Союз-МС-15», номер 744. Передаем вас СУПу Москвы. Транспортный пилотируемый корабль «Союз-МС-15» выведен на орбиту искусственного спутника Земли. Репортаж о запуске транспортного пилотируемого корабля «Союз-МС-15» номер 744.